Наши прекрасные туристы ездили сегодня, вечера, сегодня на гору Моисея, и мы сейчас находимся в монастыре Катерин. Экскурсия уже закончилась, поэтому мы сейчас спрашиваем, как им экскурсия. Давайте, как вам экскурсия? Все понравилось, хорошо. Вы рекомендуете эту экскурсию, да? Да. Хорошо. Ну что ж, как вам экскурсия? Мне больше всего понравилась гора Моисея и вот эти вот храм, там, где мы прикладывали мощи к Екатерине, этот вот насос. И гид очень интересно рассказал, и вот этот носочек смешной. Если папа не сказал, тебе ничего не говорит про гид, да? Ничего не говорим, больше не волнуйся. Как вам? Замечательно, спасибо вам большое. Интересная экскурсия, будем рекомендовать вас. Мне очень понравилось. Понравилось кисти Екатерины, еще храмы, еще гора Моисея мне понравилась, там пещера такая. Вообще красивая. Вы молодцы, что могли подняться, спускаться, и вы такие по камере, вообще герои. Молодцы, герои, да. Ну что ж, как вам? Незабываемое впечатление, тяжелый очень подъем, но преодолимый. Сегодня очень, вечером очень пойдем еще раз? Сегодня вечером? Обязательно. Еще пойдем. Ноги, конечно, болят. Ну а что делать? Ничего шли, не болит, знали, пока. Куда идем. Очень классно. Стоит, конечно, да. Ну что ж, как вам экскурсия? Ну, как бы короткий, но нелегкий путь. Спускались мы по ступенькам, зато увидели много всего интересного, увидели источник, даже могли выкачать воду, сами достать воду. Очень интересно было даже ее попить и увидеть то, чего мы не увидели, когда поднимались на гору. То есть интересно вдвойне. Спасибо. И что вы там набрали? Это верблюжью колючку себе сохранила на память. Оригинале, вот она. Спасибо всем большое. Спасибо.